Так, всем привет. Сегодня я познакомлю вас с игрой под названием «Королевство. Новые острова». Собственно, начинаем. Так. Мы с вами идем к замку, собираем монетки. Так. Вербуем рабочего. Двух. Так. Или лук. Здесь вся игра строится на защите поселения от волн врагов, которые приходят ночью. Управление довольно примитивное. Влево-вправо. Некого вербовать. Есть монетки. Все, у нас день не ходит. А, нам туда нельзя. Окей, что мы тут должны сделать? Кончились деньги. Лучник нам бил кроликов. Надо еще одного лучника сделать. Так, кто первый? Давайте мне. Убейте дичь. Нужны деньги. Строитель. Дал нам дань. Так, начинается ночь. Скоро пойдут волны врагов. О, рабочий нам срубит деревья. Самым увеличит владение. Ну и деревья дают монеты. Ходим дальше. Тут сундук, надо бы сразу взять с монетками. Так, лошадь боится чего-то.
Еще один дучок. А вот портал, оттуда пойдут. Так, этот срубим. Почему-то не все деревья рубить можно. Все, пойдем обустраиваться. Ин скинем. Люди вырастут и придут. А мы возвращаемся. Вот. Строительным срубил деревья. И раздобыл немножко монет. Так, что у нас тут? Я не помню. Так, надо главное здание увеличить. Так, это у нас торговец вроде. Так, два лука. А, это создание рабочих. На пропитание. И забирайте. Так, а вот нам нужно корабль сделать. Это чтоб убраться с утра. В этом и заключается миссия. Нужно строить корабли. Так, строить тут надо будем, потому что ночь началась. Нужно. Что это сейчас было, я не знаю. Сундук шли. Да ты дай. Так, тут что у нас, пристань? Что волны у нас слева будут приходить. Так, все, третий день. Быстренько валим деревья. Сейчас будем отстраивать королевство.
Так, ну-ка. Построим, наверное, корабль. Там нужно намного больше монет, чем я думаю. Так, давайте мне. Ты у нас что принес? Ты. Хорошо. Сегодня уже нельзя расширить замок. Ладно, будем делать оборону. Еще рабочие. Очень важно нанять больше людей. Люди это рабочие и воины. Чтобы выбить. Да не идем. Там очень опасно. Пошел рубить. Давай. Мы тем временем еще одно дерево срубим. Там как раз было место. Это. А, тут уже новые попрошайки, пусть идут в замок. Мои подданные. Я, кстати, играю не королем, а королевой. Кажется, это случайная генерация.
что сейчас будет ночь. Там просто портала темно. Лучник. Построим щитную баррикаду. Так, надо инструментами рабочих. Это типа фермы. Что? Строится типа плотина, и она тоже деньги дает. Ну что, давай. Рабочая сила. Так, ну все, торговец больше не будет деньги давать. Ставим замок. Появились новые здания. Так, тут вроде река тоже была. Тройте. Так, надо людей нанять. Сейчас две монетки. Вся суть игры это в передвижении, отдаче приказов. Работает всего три кнопки или клавиш: влево, вправо и кнопка действия. Это минималистичность довольно интересная. Так, ну что, немножечко построим. Деревья срубим. На приказ срубить дерево тратится одна монета, а добывают они две монеты. Плохо. Так, мне кажется, нужно лучника сделать. Ладно. Сейчас будет ночь. Скоро уже пойдут волны. И сделать оборону. Thank you.
Есть у кого монеты? Так, а здесь у нас что? По-моему, катапульты. Так, деньги, деньги. Нету. Тут у нас двор. Как раз у меня есть. У меня обычные крестьяне, надо их делать рабочими, профессию, так сказать, дать. Этого надо иметь больше денег. О, ну-ка, у тебя еще есть деньги, давай прям баррикаду. Ничего нет. Спасибо. Собираем дань. Так, что у нас тут? Ничего. Надо лучников найти. Так, ну и нужно. Косильщика не хватает. Так, люди, у вас есть что-нибудь? У тебя? Нужны денежки. Сколько? Один? Двое. Спасибо. Сейчас все деревья вырубим. Кстати, гоним оленя. К лучнику, блин. Не хочет.
лучник пошел на охоту. Надо ему оленя привести. Они, кстати, неплохо дают. Так, здесь вышку сделаем. Ферму. Улучшить ферму или лучше рабочим дать профессию? Так, мне еще деньги нужны. Давайте рабочего сделаем. Ну, этот остров, мне кажется, обучающий. Тут врагов будет не так много. Неплохо. А все вырубим. А вот это вот деньги — это жизнь. Убегай. Лучники, в атаку. Блин, сколько денег потерял. И людей. Какая-то волна уже. На седьмой день был, значит. Денег нет. Так, нужно было расширить границу, чтобы можно было охотиться. Нужно монетку одну. Так, тут, наверное, уже срубили деревья. Давай, убивай его, ей.
эти петли построить. До наступления тьмы. Давай, мой хороший, беги. Еще порубим. У тебя есть монетки? Как раз. Нет. Беги. Мечник в атаку. Надо было влево защищаться, я со всех сторон защищаюсь. Да, наделаем мечников. Понял одного. Ну, то есть строители, блин. И поехали. Раз, два, три, пять, шесть. Зачем я тут аванпост сделал? Так, ну-ка, охотники, у вас есть монетки для меня? Вот у него должны быть. Серьезно? Блин, ну почему не охотятся? Столько дичи. Точнее стреляй. Короче, это я. Хватит. Блин, лучники, давайте на левую часть переходим.
ресурсы-то заканчиваются. Ага. Что-то будет. Да, уже опасно идти. Шесть человек тут. Семь. О, давай, давай. Иди. Ты что, где? Вот тетенька. Тут нужно срочно построить. Так. Трава. Давай, не успеем. Где мои рабочие? Срочно бегите. Блин, я не успею. Лучники, давайте бегите скорее. Бегом, бегом, бегом. Че, у меня рабочих нету? Пульта идет. Ладно, давай наделаем сейчас рабочих.
Блин, это зря вот побежит. Все. Безопасно прошло. Так, где там? Чё, типа зима, урожая нету? Конечно, далекая застава. Да, вот это классно. Давай, давай. Возвращаемся. Ну что, мельницу делаем? Пассивный доход нам нужен. Так, ну-ка, ты деньги принес? Принес. Чуть-чуть, давай. Куда ты бежишь? А, ночь. Там типа у меня что, баррикады? Ладно, ждем утра. То у меня сейчас все деньги. Вот куда он бежит. Отлично. Построили такие. Что, мы рубим деревья? Весь остров сейчас вырубим. Так, где охотники мои? Охотник.
дальше идешь. Ладно, пойдем рубить. Так, ну что, нельзя пока... Печально, вот здесь можем построить. Давайте быстро. Или мне начнем. Таверку. В таверку идем. Инку. Вау. Так, ладно, идем за деньгами. Сделаем. Крепим. Делаем лучников. Так, здесь мне надо еще сделать лучников. И вот здесь. Так, ну что, на. Так, ты у меня убил кого-нибудь? Убил. Башню. Всё, там навряд ли что-то есть. А у меня рабочие хоть есть? Есть, повезло. Давай мне монеточки. Спасибо.
монеток не хватит, да? Это круто. Сейчас делаем. Так. И лучника, да. Укрепимся. Все, у меня люди кончились. Ух ты. Похоже на то. Так, а на этой кто трудится в ферме? Кто? Откуда столько денег? Да, зря я тут начал отстраиваться. Хотя интересно, почему тут охотников-то нету? Вот она так сделала. Тогда будут охотники. Вообще полный мешочек. Тогда кажется, на одну ферму нужно по два рабочих. А, тут даже трое. Серьезно? Окей. Давай побольше рабочих сделаем. Вроде неплохо так при. Блин, ну у меня нехватка людей. А тут надо сделать стенку получше. Так, нужно порубить немножечко. Отлично, давайте мне. Сколько ж денег, куда мне их тратить-то? Ладно, будем тратить на вот это. Срочно их собрать, пока. Серьезно, у меня фулка. Будем откупаться монетками. Ф.
рай. Да. Это место. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же все падает. Ой, а чё я туплю? Надо же нам корабль отстраивать. Косы стоят. Так, уже 15-й день. Купили досок. Безработные факел сжегся, значит, наступает ночь. Я думаю, здесь сделать тоже. Потом стен. Давай, убегай. Падение. Замок уже улучшать. Ты куда побежал? Все фермеры работают в ферме. Так. Давай. Ну, блин, серьезно? Все на одной ферме, да? Что за дичь?
Так, тут у нас охотники есть? Плохо. О, до сюда дошли. Ты? Гами тут все классно. Чуть больше одной фермы. Корабль-то почти готов. Замах улучшить можно, нет? Не хотят. Да тихо. Ты ж, да ты что делаешь? Все мои деньги забрал. Музыка мне не нравится. Очень не нравится. Надо еще одну катапульту, наверное, сделать. И вот эту улучшить. Пока я буду делать. Да, мне не надо. Починить надо. Да. Кстати, деньгами можно откупаться, если за тобой
Бежит армия, просто скидываешь их. Так, вот эту тоже бы улучшить. Хватит. Что у нас там с кораблем? Строите. Скоро будут жесткие волны, надо уже уплывать отсюда. Ты мне возвращать будешь деньги? Смотри-ка, вернул. Может, это типа банк, что ли? Случай. Место есть. Тут не будет места. Так, что у нас тут? О! Поставили. Как теперь это будет работать? Не, забирайте обратно. Кто не забрал лук? Что-то нам надо. Что нам еще тут делать? Что деньги тратить? Ну, здесь сделаем. Тоже завалялись. Не знаю, что им сделать. О, давай, подфармим. Рабочий, блин, вот где? Слишком много заданий. Все рабочие. Тут один. Ой, не успеет он. Серьезно, у меня один рабочий остался. Только одну катапульту в одну сторону может направить.
Блин, я ж тебе хочу отдать. Что-то надо построить. По-моему, нужно пристань построить. Если я не ошибаюсь. Забирай. Интересная механика. Мешочек. Некоторые монетки складываются все, некоторые вылетают. Типа смотря как кидаешь. Блин, ну блин, что тут надо? Ой-ой-ой-ой, перебор. Все-таки тут напали на рабочего. Все скосили. Бегом отсюда. Сейчас будем рабочих делать. Катапульту одну ломали, можно еще одну сделать.
Рабочие где? Что будет, когда босс придет? Он мне тут все сломает. Ну-ка, давай, возвращай мне долг. Еще что ли? Еще дашь? Давай, ты мне еще должен. Нет? Ладно, на. Так, что у нас тут со строительством стоит? Остановлено. Мы рабочие же инструменты получили. Разве нет? Слушай, приятель. Окей, отдохни. Как тут с урожаем денег? Чуть больше одной фермы строить не нужно. А где мой корабль? Где мои рабочие? Я не понял. А, может быть, они луки собрали? Да, посмотрим. Очень интересно. Где мои строители? Луки стоят. А вот молотков нет. Все очень как-то странно. То же самое. Что у нас тут произошло? Было нападение. Рабочих всех убивали. Thank you.
проследим за ними, чтобы они уже все достроили. Жалко, отменить нельзя. Строительство. А он пошел, там стен нет. Дела. Вот ты давай, иди. Кстати. Это день? Подождь. Мне кажется, должны в этот момент монстр продолжать идти. Привет. Держи. Ну и чё? Ты мой король, я тебе деньги принес. Так, вот куда ты пойдем посмотрим. Когда надо идти влево, бежит вправо. Прям плантация разрослась. Мой король. Там он спрятался. Ладно, будем считать, то мой муж, а жена управляет королевством. Приказы отдает. А муж там только забирает деньги. А тут что у нас было? Ух ты ж, что-то мне эта луна не нравится. Решено, бросаю мужа. Отправляюсь к другому. Нужно слинять, пока он не спалил. Он думал, я буду горбатиться тут на нем. Давайте все уходим. Рабочие. Два рабочих запрыгнуло. Это все люди? Лучник. Уходим. Все на корабль. Ладно, не хотите, как хотите. Рабочие хоть. Умные. Уже в лодку сели. Пока, муженек. Управляй сам всем из замка. Вот такая вот забавная игра получилась на первом острове. Thank you.
Как вам? Если вам все понравилось, ставьте лайк. Если нет, то можете дизлайк. Пишите комментарии. И всем пока!